Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ZB Vitra, мы сейчас играем Deconstruction Simulator. Давайте начнем новую игру. Хорошо, это демочка. Очень хорошая демочка. Я прям мне понравилось чисто играть, честно говоря. Правда, здесь всего лишь одна миссия. Хотите играть туториал? Давай туториал. Контракт. Хорошо, берем контракт. Угу. Выходим. Go the contract house using the truck. Мы можем трак заюзать для этого контракта. Выглядит, блин, просто бомбически. Но это Unreal Engine. Это Unreal Engine, походу, пятый, я так понял. Очень бомбически выглядит. Особенно освещение просто. Блин, меня все же больше радуют такие игры. На таких движках это очень классно. Очень классно. Так, включаем свет. Нам нужно вынести телек. Телевизор. Телевизор выносим. Относим вот сюда. Так, как-то его... Оп. Хорошо. Телек вынесли. Теперь нам нужно кресло вот это. Так, вот сюда ставим. Хорошо. Так, и походу разобрать нужно, да? RTV кабинет. Средняя клавиша мыши у нас. Включить фонарик. Сейчас разберем мы эту полку под телевизор. Ай, полностью, наверное, эти держатели уберем. Такс, еще одна готова. И здесь еще коннекторы уберем. 18 штук, ёкарный бабай. 18 коннекторов, это жесть. Давай. Хорошо, убрали. Так, dismantle 19 кабинет парт. 19 частей. Убрать нужно. Вот так. Хорошо. Просто... Нажимаем и все, и убираем его по очередности. Так, это теперь мы отправим в машину. В грузовик мы другие будем вещи слаживать. Так, последний, да, вроде? А, не, еще армчер и синк. Синк еще нужно. Это умывальник. Ну, раковина. Так, мне нужна отвертка. Почему мы сразу не взяли отвертку, мне интересно. Нам нужно снова warehouse. Итак, покупаем отвертку. Или ее улучшить нужно? Не, сначала купить, наверное. Да, сначала купить ее нужно. Так, ну вот, что пока в демке доступно, это такие вот вещи. Ломик. И все. Получается, и все. А, ну там еще какие-то вещи есть тоже. Ну, типа. Их пока что улучшать нельзя. Такс. Это, наверное, с помощью люмина, да? Картинку создает. Ну, свет, точнее. По-моему, да. Но его здесь отключить нельзя. Вот такие симуляторы нужно делать, слушай. Очень красивенько выглядит. Но там выход на 24-й год запланирован. Но когда именно, это непонятно. Так, хорошо, это тоже можно разбирать. Ага. Все, полностью разобрали. Можно нести. Ага. Все, это выполнено. Закрываем. Теперь открываем наш грузовик. Готово. Pick the fridge. Фридж это у нас холодильничек.
put fridge in the truck. Да хорошо. Так. Почему здесь деконструкшн? Они выбрали какой-то... По идее, нам нужно будет разрушать здесь много чего. Но почему-то они выбрали, типа, первые... Как он? House Tutorial. House Tutorial. Это же, типа, обучающий домик. Почему-то очень... Нас заставляют таскать вещи и все. Больше ничего. Так, пикап. Это нам нужно вот это... Так, вот это я этот чек кинул, или что это такое? Берем руки и dismantle bedroom cabinet. Bedroom cabinet, окей. Мне коннекторы нужно открутить вот эти. Хорошо. Это типа туалетный столик, типа. Или как он там называется? Короче, шкаф. Комод. Комод. Больше на комод похож. Ну, типа. Лично в домах только такое встречается. А так я... Я такое редко вижу, чтобы хотя бы... Какие-то предметы в туалете были. Ну, bedroom. В ванной комнате. Так, отлично. Отлично. Так, 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 так. Подожди, а что нам нужно убрать? Ага, верхнюю. Эту можно убирать. Хорошо. А это почему не убирается? А, она что-то не выделилась. Почему-то это тоже не особо хочет выделяться. Но мы разобрали. Bedroom cabinet. Так, давай его, наверное, вот сюда. Ага. Укомплектовали неплохо. Так, хаммер берем. Это у нас молоток. Ой, кувалда. Кувалда. Бам! Хорош. Хорош. Руки берем. Dismantle part the wall. Подожди, dismantle part the wall. А, вот этот кусок стены, типа, убрать. Не, подожди, это нельзя. А, вот здесь нужно. Тю. Я даже не думал, что кусок стены можно, типа, забрать. А, этот. Ну, давай. Хорошо. Забираем кусок стены. Ну... Трудно это стеной назвать. Как он, блин, называется это? А, блин, забыл. Текст. Dismantle wall frame. Ага. Так, отрезаем. И вот здесь. Хорошо. Теперь нужно забрать 4 части, да? Или 3. Не, 4. Бамс! Хорошо. Такс. Вот такие. Ну, вот такой переезд, наверное, в Америке. Вот такие переезды. Просто все уносят нахер. Жестко. Так, garbage, мусор нужно собрать. Соберем мы этот мусор. Давай. И мусор тоже заберем за собой. Не, прикольно, прикольно. Правда, я бы хотел домик так, не знаю, где-то на часок, чтобы реально подзаебался это все собирать. Вот, ну это было бы, конечно, хорошо. А то Tutorial House как-то он очень маленький. Очень маленький. Так, закрываем и, походу, наверное, будем уезжать, да? Так, все. И можно уезжать. В принципе, наверное, все, что мы хотели, мы забрали. Ну, это по обучению. Комплект за контракт. Окей, плюс $300, payment $950.
Хорошо. По контрактам вообще ничего нету. Так, подожди. Unpack item from the track. Нам нужно разобрать вещи из грузовика. Это куда? Куда это? Куда это нужно? А, вот сюда. Ага. Ну, давай. Ага, хорошо. В принципе, да, здесь такие строительные материалы нужны, наверное, очень сильно прям. Так, put item down right place, ага, правильное место. Холодильничек мы ставим вон в дальний, короче. Такс, окей. Потом еще будет контракт, который, типа, эти вещи у нас кто-то их купит. Там еще есть вкладка о том, что можно в розничную, по-моему, в розницу продавать эти вещи. Что-то такое, короче. Очень интересно будет посмотреть в итоге на этот симулятор, потому что сделан он по сравнению даже с этим Outlet симулятор, да, который где мы делали футболки. В общем, да. Это прям как небо и земля. Можно так сказать. Так, нам вот эти нужны. Печка. Дайте я как-то укомплектую вам хорошо. Так, машинка. Пускай и так будет. Какая разница? Так, забираем вот это. Гейт Э. А, гейт А. Ворота. А, еще другие, походу, будут ворота, да? Здесь какие-то такие ворота, то есть на продажу вещи. Где-то еще были. Это вообще для картин место. Ага. Для какой-то фурнитуры. Еще какой-то выход закрытый. Да, и здесь тоже, в принципе, закрыт. Но, слушай, там, по-моему, на улице даже что-то есть, но очень неплохо сделано, кстати, фон. Не сразу так, ну, типа, там, наверное, скорее всего, много чего пусто. Ну, типа. Так, время на отдых. Конец дня рабочего. Go to next page. 1300, кстати, неплохо. Tutorial complete. Congratulations. Мы вас поздравляем. Компания в будущем и в ваших руках. Будущая компания в ваших руках. Что-то такое. Дальше, по-моему, там больше ничего нет. Сколько это у нас? 13 минут заняло это. 13 минут. Ну что это за дела? Можешь было какую-то еще миссию добавить? Какую-то миссию можешь было добавить? Так, контракт номер один. New card. В смысле, а почему? А, подожди, ордера. Ордер вот этот нам нужно доставить, да? Контракты. Don't destroy exterior door. Deduction. Destroy the wall. Bonus. Clean up west. Двери нельзя трогать там. Я, кстати, выносил от двери, когда первый раз играл. Warehouse, truck dealership. Подожди. Сток. Сток, вот, это стоковые вещи. И здесь warehouse, truck dealer. А, ну, блин, там, ладно. Ну, давай возьмем еще раз его. Уже без обучения. Можно отменить контракт. Так, ордер. Ордер мы пока тоже брать не будем. Блин, могли бы в демочку пару заданий закинуть? М? Было бы интересно. Было бы хорошо. Так, мы сначала должны дверь закрыть, а потом уже поднимать. Ага.
Так, в общем, нам нельзя трогать двери. И все. А так, в принципе, все можно. Все можно забирать. Это сюда нужно сложить, чтобы выполнить задание. Угу. Как я его сложить буду? Наверное, телевизор нужно было первым. Ну да ладно, сейчас как-то его сбоку поставим, да? Смотри, видишь, не цепляется. Там цеплялось по заданию, по туториалу. Так, синк нам еще вот это нужно. Ладно, давай еще раз разбирать эту подставку под телек. Текс, хорошо, есть. Есть у нас. Все, можно разбирать спокойненько его. Так, тоже, да, туда же. Туда же, туда же. На телек. Ложи его там. Ага, нормально. Теперь нам вот это нужно забрать. Подожди, подожди. Давай вот эти еще. Все, крепления все есть. В смысле это... А, подожди, там еще снизу. Про это крепление забыл. Отлично. Кстати, по графике напоминает немножко Alan Wake. Здесь есть, короче, фишка от Lumina. Она отображает, короче, так свет немножко какой-то этой. Блять, не закрывается. Какой-то такой темой непонятной немножко. Будто сыпь какая-то. Так, подожди. Что мы забираем? Что мы еще забирать будем? Картины позабираем? Я думаю, позабираем. Давай самые сейчас вещи большие. Типа холодильника и так далее тоже. Конец самый. А более мелкие детали. Уже в начало где-то. Так, хорошо. Картины нужно позабирать. Почему ты не можешь две штуки взять? Не пойму, как. Rotate. А, это он поворачивает ее. Я думал, что с другой стороны как. Как-то типа... Ну, ладно. Повернуть, чтобы можно было положить, а не поставить картину. Почему-то не хочет он так делать. Ну, типа, ладно. Так, еще вот эта картина, и вроде картины все закончились. Угу.
Don't destroy exterior door. Door. Минус 150? А что? А, я ничего еще, подожди. Давай я переведу, чтобы понимать более-менее правильно. Через DeepL. Через DeepL переведу. А, наружную дверь не разрушать. Хорошо. Получается, вот эту дверь и вот эту, походу, нельзя. Вот эту дверь можно, по идее. Так, давай. А, так свет есть. Что-то темновато как-то, когда он выбирает. Что, будем полностью ее разбирать? Или может разрушить ее? Нахрен. Не знаю. Так, вот и ломик. Ломикс. Так, стой пока там. Где здесь свет? Туалет можно, кстати, вынести еще. Я не знаю, есть смысл его выносить. Так, давай сначала эти разберем. Потом уже дальше пойдем. Все остальное тоже повыносим. Там, кстати, на контракт, по-моему, полчаса дают или что-то типа того. Или 3 дня. Так, это нужно повернуть. Ага. Окей. Так, давай теперь вот эту, наверное, разбирать, или вот эту. Угу. Давай, окей. Да давай, ну ё-моё. Да, нужно еще выделить правильненько, правильно выделить эти, блин. Вроде после. А, вот еще. Внизу тоже. Хорошо. Есть еще. Так, и вот эту маленькую. Да давай, ё-моё. Так, еще есть. И есть у нас что выносить. Так-с. Ну давай эту последнюю. Или давай вынесем сначала. А потом уже все остальное. А почему нельзя развернуть? Было бы неплохо. Ладно, давай вот сюда. Ага. Блин, ну там же... А, ладно, там картина мешала. Ставить более-менее ближе.
Отлично. Тубзичек можно туда закинуть, наверное. А, нормально, неплохо. Так, давай до картин. Ладно, пускай лежит. Пускай лежит так. Вот нам еще двери куда-то нужно поместить. Это более интереснее. Ну, чего он так ложится, блядь? Почему ты так ложишься-то? Кривовато как-то. Ну ладно. Ладно, пускай будет. Я думаю, ничего не вывалится. Вот эту штуку давай тоже заберем. Так, все равно. Такс. Еще штук 20 таких повытаскивать нужно. Это поменьше, слушай. А какого она поменьше? Это как вообще? Как-то он ее что, пилил? Так, вроде чистенько, да, у нас здесь все. Можно еще. А, точно, машинка. Что-то про нее вообще забыл. Так, подожди. Ну, вот это уберем куда-то. Давай туда куда-то закину тебя. Ага, где-то вот там, падай. Блин. О, блин, жаль, подвинуть нельзя. Ты чё? Ладно. Давай разберем кабинет вот этот. Туалет кабинет. Так, готово. Тебя куда? Да, куда-то туда. Нормалетчик, в общем. Давай, наверное, стенку разрушим, да? Там же у нас в контракте Destroy Walls 100 баксов дают дополнительно. Или разрушить стены. Хрен знает. Ладно, сейчас разрушим. А, их можно разбить, получается. Окей. Я думал, их нельзя разбивать.
Не знаю, мне хочется поразрушать стеночку. Типа, можно было бы все это позабирать. Но как-то больше кайфа, когда ты разбиваешь стеночку. Так, отлично. Здесь все. Так, с мусор теперь собираем. Блин, еще эти разрушаются на маленькие кусочки. Деревянные эти. Бля, как они называются, забыл, блядь. Так, хотел быстро сказать, блин. Короче, доски на маленькие кусочки разлетаются. Тоже прикольно. Так, хотел быстро сказать, блин, что я забыл, как они, блядь. Так, есть. Все собрали вроде бы. Экс, вот это нужно еще отпилить, да? Так, упала. Так, хорошо. Так, а сколько штук? Это максимально, наверное, берет. Окей. Вот эту, по-моему, нельзя. Сейчас в демке убрать вот эту. Это что там нужно? Подожди. На четверочку. Construction lock. Ну, в принципе, чем-то можно ее подрезать. Прикольно. Маркировки какие-то можно давать. Ну да. Ну да, ее никак не убрать. Ее никак не убрать. Или подожди, может, можно как-то убрать? А, не. Не, нельзя никак. Тю, ладно. И все равно подрезать нужно. Ба. Так, нифига себе у нас досок, ё-моё. Офигеть, офигеть. Жаль, мы здесь ничего строить не будем. Мы здесь, походу, будем только ломать. Ну и плюс продавать, наверное. Это все мусор, слушай. Что у нас там? 100 баксов есть. Нужно поубирать. Будет еще дополнительно. Надо вести бачей.
Нету. Не убрали. Ой, не дали. Так, и вроде бы. Больше здесь нечего нам делать. Все, что можно было сделать, мы уже сделали, как бы. Все уже забрали. И мусор давай с собой тоже заберем. Ну да, 200 баксов за уборку, 100 баксов за стену разрушенную. И все, и по идее мы получаем $950. Хорошо, наверное, можно уезжать. Мы же вроде бы все забрали, что было. О, нет, слушай, не нужно. Ладно, можем ехать. Сдавать контракт. Contract complete. 950, кстати, да. Да, приписание тоже нужно выполнять. Вот этот tutorial house, мы его можем бесконечно выполнять, только что там делать, непонятно. Давай мы ордер еще выполним и на этом будем заканчивать. Так, а ордер. Как нам выполнить ордер? Не, а, подожди, там же нужно. Мойка. Так, мойка, common bedroom, cabinet. Bedroom где я? Вот это вроде бы, да? Не, подожди, это не то. Давай нам место положим. Это не то. По-моему, вот это. Да, вот это вроде бы. Угу. Так, антикварный электрический стол. Стол это что? Я не понимаю, не знаю, что за мусор нам будут давать. Наверное, доп. Деньги какие-то или что-то того. Так, куда дверь? Куда дверь ставить? Где здесь? А, вот. А, это электрическая печка, да. Так, отлично. Ордер, по идее, выполнен. Нам разобрать машину можно еще. Грузовик наш вот этот. Ну да и все, наверное. Complete. 550 баксов еще получили. Мне хотелось бы, конечно, побольше какой-то домик. Ну а на этом мы, пожалуй, закончим. На этом все. С вами был я, ZBVitor. Прикольная игрушка, интересная и... Блин, нужно ждать ее. Если она в 24-м выходит, то это хорошо. Но могут, наверное, и перенести, кто ее знает. Хотя она, в принципе, готова, просто нужно еще заданий добавить каких-то разнообразных и так далее. И, ну, это довольно-таки уже готовая игра. На этом все. Всем пока. С вами был я, ZBVitor. Пока-пока.